Всем привет! Сегодня расскажу о том, как залогиниться на сервер по SSH через терминал, встроенное приложение на macOS. Итак, для начала нам нужно найти терминал. Вот он называется, прям-таки называется терминал. Открыли. Затем у нас есть доступ по SSH. У нас есть root, у нас есть IP, у нас есть пароль для входа на сервер. Что мы делаем изначально? Для того, чтобы войти на сервер по SSH, нужно ввести команду SSH пробел root собачка и IP. Я уже подготовила эту команду, я ее копирую. Открываю терминал. Вставим в терминал. Вставили команду SSH пробел root собачка мой IP сервера, кликаю Enter. Здесь у меня терминал спрашивает, сохранить ли отпечаток этого устройства. Пропечатаем Yes, кликнули Enter. Дальше терминал просит ввести пароль. Мы копируем пароль. Обратите внимание, я сейчас нажимаю Command V, вставить данный пароль в терминал, но вот я нажала, но он не отображается никак в целях безопасности. Но тем не менее пароль введен. Нажали Command V и кликаем Enter. Все, готово. Мы находимся на сервере. Мы залогинились. Как только мы видим root, Keytara. Keytara – это название вашего сервера у хостера. Я назвала его Keytara. Готово. Мы только что залогинились на сервер по SSH. Теперь вы можете вводить на сервере любые нужные вам команды. Всем хорошего дня!